Синтроп можно строить, строй может. Да. Я, если бы делали нейрон. Да, нет, спасибо. Да. Ну, нахуй. Все. Кто из вас получал токены уже? Все. Раз это. Как же вас много. И вы все, у вас такой пэр бомжовый, прям у всех. Так, Рога минус, Хартай минус, Экстрима минус, на 7 легаце. На обычные токены у Стила. Сугоныча. Оля, Ален, ты не пошутил, да? Что с тобой? Он мне сейчас поем пишет. Ой, хорошо. Так, Стрема, портуйся. Что ты стоишь? Вы захилите вчетвером? Да. Нет? Да, захил. Блин, у тебя такой печальный голос сейчас был. Да по груху выбил, играть уже незачем, блядь. Да? Да не, нормальный голос. Так, у меня пэр не больше, чем у тебя? Блин. Так, тыкните в сумон. Пойду пасу, короче. Пока побафайтесь, поставьте рыбку. Я отойду на минуту, да. Беда, не могу поставить, потому что туалет занят. Придется терпеть. Чек на пул. Царский янтарь есть у кого-то? Да, есть. Есть сокет на 20 интеллекта. Продам. Сколько? Одна фласка. Ну ладно, держи. СПТ-шная? Да любую, да, давай любую, можешь на танк дать. О, хороший. Да. Видал, что выпил? Сейчас будет больше дамага. Так. Будет тут Хатай, Розетта, чё? Не, мало скилла, нельзя. Так, по станам, короче. Первый стан дает мало скиллс, это самая просто изи валька, не дай бог ты ее не застанешь. Это кружочек. Второй стан это стил, это ромбик. Третий стан анти или я, не знаю. Давай анти, ты постанешь, короче. Если что там. Хотя нет, я постаню, а ты если что там на подхвате будешь. Войд тут. Хатай, Розетта, Экстрема. Давайте фулбаф. Лапку пристабав, каску под шаману, кулак по шаману. Полочка, мало скиллс. Что там по СС-ам? По СС-ам на третьей фазе гладиалом вешаешь на Сансимилию, ганчер на Лошанца, Озен на... не знаю, на себя повесишь. Либо оставь просто. Та щелочка вот тут, алё. А лучше повесить, знаешь, на кого? На анти. Мало ли он сдохнет. Олег, бафни кулаки. Тай, Озен. Алё, Дил, вас прием. Я же подтвердил чек, алё. Ты подтвердил за миллисекунды. Не забыли. Так, ганчер, Озен, прием. Да я тут запускаю. Я ловко спинул просто. Да не могу я запустить, Сенсимилия пошел пасать пока. Не афкаю, что сейчас он придет. Смотрите, ауру не стоит.
Оля. Ладно, будем надеяться, что он придет. Запустил лича. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою... Держите звездочку в РДД. Мы даруем тебе... Кто эти только в звезде? Лиан, 38 секунд. Замучил и погубил десятки тысяч душ. Хорош. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Кто есть пылит? Миленький ловушка, не знаю. Кто-то. Лично заставил. Все, блин. ДД ловушка, бить с этим местиком. РДД ловушка. Ловушка. Уходите, милики. Это ты, ловушка. Стрема, он еще быстрее. Не успел. Все, уходи, ребят. Молодцы. Кто улетел? Это был РДД ловушка, ладно, продолжаем. Продолжаем так. Класс, как это снова хилит. Матрёха рез не пулпера. Мы еще дальше, ждем. РДД ловушка. Аккуратно, РДК. Да, процент. Стойте везде. Леглас уноси. Процент 82. Давайте на край уходим. Попробуем, попробуем. Я проморожу вас насквозь. И вы... Так, на платформе у нас три человека. Кто никого не резал? Так, запоминайте. Мизантроп, ты резнешь Матрёху. Матрёха, ты резнешь Пулпера. Войдбес, ты резнешь Аргентеса. Все ШП, охотники на сферы бейте. Оба духа заберу. Да, эти три человека на платформе. Случайно не забрал. Эти все старого духа. Нового не забирай, я отмечу до конца. Вставайте после заражения, хорошо? Когда вас резнут. Сферу добейте. О боже, нам не стало. Все, давайте резать быстрее. Ну, Матрёха, где БР? Анти, застанешь трусы. Анти, трусы застанешь. Все, бейте все три вали. Бейте две вали, которые улетают влево, получается, от вас. На кружок забили.
трусы бейте. Давайте бьем еще. Точнее, духа. Не, я тут. Или духа. Так, повесил звезду на себя. Идем все звезду. Быстрее, звездочка, ступенек трона выносите. Пушите кого бить. МК наш повесить кого-нибудь. Первого бьем. Второго обязательно бьем. Три. Давайте все три вали бьем. Без кружок играйте. Столб в ранге. Страшно, я тебя застанил. Давайте, ромбик. Все, трусы забили, бьем еще. Попробуй откинуться сам. Я верю в тебя, охотник. Хорош, не крохнуло. Оскорбление, ДТД, остаемся на краю. Милики, давайте, тоже выходите. Селена, все, идем сразу к Чуси. Берем звездочку. Давайте ставим на первых. Давайте рост вообще, почему без роста? Рост. Помните, вара, кулак там, блядь. Газ. Давайте, две вали в центре. Бьем трусы, трусы все бьем. Бьем трусы. О, боже мой. Да, ромбик тоже обязательно. Боже мой. А почему она так высоко, Как тебя добили? Не знаю, чтоб милики не могли бить. Пиздец. Сейчас я на край. Дал саку. Не на край, в центр. Стрих переходка или чё? 40? Да. Поднять 58%. Нет, не нужно. Идем со звезду. Давайте звездочку. Некого поднимать, они все улетели. Бьем валькир. Давайте валькир. Боже мой, все круг бейте. Круг. Все круг. Быстрее круг и ром. Идите, кливайте. Фулл ауе, звездопады. Но если я улечу, это будет плохо. Если вы улетите, будет печально. Тубар в ромбик. Давайте, бьем. И бьем ромбик. Все. Все, только ром. Только ром бьем. Все, пока. Ну, ладно, было. Да не, давайте попробуем. Слишком далеко, падла, блядь. Ну хотя, ладно, давайте упадем. Сейчас еще одни вальгиры упадут. Так, посмотрим на то, кто улетал на ловушках. Либо эти люди сами признаются, чтобы я вас не искал. Так там же никто не умер вроде. Не, там кто-то улетел. На Розетту. На Розетту, по-моему, только один человек. Но он не улетел, его выкинул. Но он там в лужи валялся. Бывает. Давайте, вставайте, резайте. Давайте дадим рост на первой фазе. Как скидал на ТП? Как нам дафик. Ну да, тут нам дафик. Разве это все с концами? А что он сказал? Обиделся? Не, он обиделся. Зачем? Напиши команду. Ну, прими пати и напиши вот это. Там какая команда эта. Лучше на кладбище его выкини там сейчас. Пиши. Точка НСТ. Да, НСТ, это понял. Нормальная тема. Релот еще можно попробовать. Ну и так суммануть надо. Ну блин, суммануть-то, да? Лесните, пожалуйста. Давайте, какая самая дешевая профа? Алхимия надела. Парняшка. Спорное дело. А который укачаешь не науки. Он травничество. Что мне даст алхимия? Ничего, фласка на 2 часа. И еще что-то. Бесплатная там... фласка. Да. Самое шуево. Это очень клевое. Потому что ты будешь экономить. Юва, можно статы подогнать, а алхимию нельзя.
Так что сразу тебе СПД будешь подбирать? Ставьте рыбку, пожалуйста. Так, тыкните в сумон. Все, давайте фулл баф. Как это тоже не возвращается? Ну он сказал слишком далеко. Типа если к краю плеча подводить, то может он можно вернуться. Давайте чек на пул. Ориент с малскилл щелочка, чё? Каску малскилл с бафой? Так он АФК, подождите. Алло, Ретрик. Кашка, запусти, сейчас тут я сижу. Угу. Жди ты. Ребята, это жмите кнопку, пожалуйста. Нафиг кажешь, не надо. Все, можешь ничего не бафать. Все, бафнул уже. Только по себе бафни каску. Не бафай просто каски. Бафни по себе каску и все. Все, отлично. Чек на пол. Гаганчи, Розеон, щелочка. Все, все готовы, запустил лича. Получаем урон снижен на 3%. 3%, ты понимаешь, как, что это такое вообще? Это всего лишь 3% каких-то. Что, про святой град? Да не, этот блок, который паладины бафует. Щиток вот этот. Прото, короче, протобаф. А, не, дай мне протобаф, я же сдох. Вот тебе моя каска висит. А, тогда не надо. Горн, горн. Борн. Да будет так. Герои в атаку! Герои в атаку. Считаю розеты из Б, расстановим. Давайте рост. Рост. Отлично. БДД, ловушки, милики, стойте. Ну смотрите. Хотай выноси. Спел. Отлично. Милики, милики, ловушка. РДД. Лесните с ним, лесите. Что ты ловушка? Почему он не станется? Мощный шаркающий. РДД ловушка.
на РДД ловушка. Давайте уходим. Не совсем на край, но проходите. Все, давайте на край уходим. Милики, боже мой, аккуратно, милики, ловушка. Аккуратно, аккуратно, вы стоите в ловушке. Айзон, пытайся. Испалите. Петруха. Заливайте шаману, старорепа, давай гимн на ману, столб ставь в тотем. Чё? Чё не видишь? Понял. Ты, Коля, можешь не писать, а танчить? Я заберу нового духа, добивайте все тролли. Это единственный дух. Нормальная тема. Все, давайте все в центр. Повесил вам звезду. Вставайте в звезду. Таны, как говорил, я застаню трусы. Как же вы покончено улетаете? Ну это лично. Бейте всех. Бейте всех. Поскорнение. Тут утекает. Фух, вот это я тебя засейвил. Все, никто не улетел, молодцы. Давайте идем. Сейчас я звезду повешу. Так, давайте все звездочку, милики РДД. Если вы стоите как тупые, вам ГП кидают. Shadow Morn, иди звезду. Наскорнение влево, выпрыгивайте на ком. Все, выпрыгивайте уже. Хотай, давайте круг бьем. Трусы бьем. Через трусы играем, застанем их. Бейте, бейте трусы и кружочек. Чем можно всех разбить? Бейте все. Х. Трусы, трусы. Все, всех разбили, леща в центр. РДД остались на краю, милики через 2 секунды тоже ключу не подходите. Все, скорее шадуморно, идем в звезду. Тут молодцы, прям залили всех. Быстрее в звезду вставайте. Липал, нажми бабл. Всех, всех станем, всех убиваем. Давайте бьем. Бейте ромбик. Ромбик, ромбик. Быстрее ромбик бейте. Ну, 100 тысяч. Пизда. Псих. Можно тебя на секундочку? Нет, я ж плеча бью. А через сколько освободишься? Не знаю, минут через 10. А пока отстань, пожалуйста. Идем все в центр. Давайте в звезду. На ту сторону. Ладно, давайте тут стоять. Хер на это. Стойте звезде только. Дентро, панти. Давайте бьем всех, Валь. Эти гимн на хп кто-то. Репа, гимн на хп. Как вы умираете? Ну, хилов нет. Толп чё, не хил? Ну, один не захилит. Ну я улик. Не, я улик. Психуем. Да, что ты хотел? Перемести меня и себя ниже канал. А тут что, нельзя разговаривать? Да нет, я хочу наедине. Ты мне нравишься просто, поэтому хочу наедине с тобой говорить. Он тебе хочет предложение сделать.
А чё Валька так быстро летела? Это из-за чего такой эффект? Она типа летела нормально, потом Фэд быстро подвела. Это чё за говно? Нет, просто пытку кастуют, потом доты начинают навешивать. И пока не кастуют, она ускоряется. Ну то есть... В таких ситуациях нужно нон-стоп пытку кастовать. Ну или гимн пели там, я не знаю чё. Какая-то хуйня вообще происходит. Еще летят во все стороны, все света. Ну изначально леща нельзя заводить аж за центр. Так там вроде кто в метке стоял, они должны в одну сторону быть. Олег там плохо, ну... Он не знал, Олег не знал, что на нем звезда видна. И люди не стали в него. Ну там мы стояли именно четко в центре платформы. Лич был немного ближе к лестнице, а рейд стоял именно ровно в центре платформы. Так, теперь... Миллиметр влево-вправо — это разные вы стороны кончены. Уже. Вы видели, как валькирии улетают? Вы просто тупые. Мне кажется, у нас дамага вообще не хватает. Плохо бьется, мало скилл там чуть меньше тебя набил, короче. Интересно, у вас Валька? Тебе не забагалось. Осторожно там, не отбить. Там совы тоже слабо стрелять, напад на Валькиран профитнее, больше ТПС будете давать. Может, пускай лучше мезотерп пикнется в этого в хила, а я зайду за паладина, подамажу. Ты же сказал, у тебя паладин КД. Я тоже так думал, оказывается, именно КД. Я думал, знаком. Ну, ты, Валь, конечно. Захлебни, не, я думал... Все. Что потом зайду? Тут я оставлю своего. Есть кто-то другой. Строго идет, что он тебе мешает? Ну, 6 кадр квеста. Я на самом деле, если что, не знал, что у меня на КД. Бывает. Да. Все-таки какой-нибудь ДЦ просто и все. Зачем? Немного будет больше. ДЦ это гейство. Полюприз для мужиков. Давай, не пать. Что-то вообще пиздец. Сегодня походу две раскеты так же будет. Зачем убить с этого троя? Второй не захилится. Начинай ноять, Славик, не начинай ноять, я тебя прошу, ну бля. Не заставляй меня вспоминать истории, как ты тут ходил своим ебучим хэпристом и не заходил никуда. Пожалуйста, умоляю. Ноить? Чё такое ноить? Так. Тихо, вы втроём захилите, нет? Раз за это столько. Так не аспект не хила. А я хочу в три хила. Не, они не захилит, это 100%. Ты глянь, раз это слабо хилит. Я тоже там не особо охуенно хилил, поэтому... Я в анти верю. Блять. Да Славик, Валька, и не бьется. Если что, там просто кимна на хп, там скомандуйте, если Валька будем. Понял, изи тактика. Все, идем в три хила по станам, короче. Так, давайте поменяем станы. Сил, ты станешь... А нет, мало скиллс, ты станешь кружок. Стил, ромбик, дилвас, ты трусы станешь. Еще два стана будет на вторые Вальки, поэтому не должно быть проколов. Давайте фулл баф. Ладно, ставим рост на вторую фазу лучше. Ставьте хавку, пожалуйста. Ставьте рыбку. Сейчас пробую. Вы выпейте настойки, пожалуйста. Даже на мне настойка есть. А у меня настойки закончились. Кулак по вашу. Попроси у кого-нибудь. Кулак по вашу. У меня 15 минут еще есть настойка там. Так, рыбу пожрем сейчас. Сейчас Чекин. Я брат на жерни, подожди, да, я попью. Поменяйся. Рога, ты Рога, слышишь, Рога? Болтами, с оглушением. И тогда будет в паре вальки, то останется все. Рога, ты Рога, Рога?
Рога, он, наверное, в РК Рога. Ну так скажи ему, пусть он вешает ослабление доспеха, чтобы я ГКД не тратил на эту парашу, он все равно не дамажит. Так, Рога, ты должен повесить ослабление доспеха, чтобы Джерри он не тратил свой ГКД. Ты понял? Будем надеяться, что он меня услышал. Чек на пул. А что такое ослабление доспеха вообще? Я знаю. Запустил лича. Идем. А оно не стакается с расколом? Не. Беда. У нас стакается. Слышал, оно стакается. Ну, блин, пользу этого не... Оно не стакается, если что. Реально, оно стакается с расколом? Стакается. Да, есть два крепера. Все эффекты Сандера у нас стакаются. Так ты потише говори, не знаешь, что такое Сандер. Горн. Ну, пользы от этого особо нету. Я не понимаю, потому что все равно отбиваются. Что такое Сандер? Ой, блять, аспект не сменил, сука. Давай, у тебя есть 20 секунд, быстрее меняй. Будет, зади маны в дилдос быстрее. Не надо, я пожрать успею. Поли. Ладно, пожрать. Короче, Матрёха, Мизантроп и Войд, заливайте маны в столбу. Understand? Молодцы. Сначала боя через 2 секунды приготовились к бою. Надо, наверное, праведный Нисис еще врубить. Сука! Еще печать не поставил. Пропал сегодня в РС в обуч. Чё? Как протопал сегодня в РС в обуч? Типа. Только еще ужас, где он? Вижу. РД, ханты, хант. Хорош. Падаем. Да? В идеале он Леговакс. Не улетайте, вы что делаете? Конченый, ну бля, ну идите нахуй, бля, охотникам улететь, сука. Просто бомбит. Как можно... Не, 100 мало. Охотник, если улетает, это 1000, это 2000, это миллион. Сука, в дом улететь, это пиздец. Псих, брат. Ниже. Да ты запалил меня. По-моему, психом не того зовут человека. Сейчас я предупрежу. Знаете, есть такое слово рахит. Я не побоюсь его сказать, хантом улетает только рахиты. Подождите, пока там Джерри какой-то херь не выкосит, а потом скажете. Вот рахит, рахит, рахит. Пабы кончились. Где он есть? Алло, псих, ты здесь? Чё, я перешел выше каналом, а тебя там не было. А ну давай еще раз. Он говорил ниже, ты чё? Ты ниже опускай. Как можно улететь за класс, у которого кастуется на бурсте 1.1 секунды? Это пиздец. Это просто пиздец. Знаешь, что я тебе скажу, правда. Дима? Мы вчера обсуждали, кто сможет пойти на БК, а на класс на БК не сможет играть, я тебе гарантирую. Это Лидана, походу, сразу так. Какой дебил-то? Какой дебил там ловушку активировал на первом этаже скелета? Качните мне там чара, я зайду поиграю. А там, кстати, X5 на БК? Да. А X1 нету? Не, зачем тебе X1? Мне и так падло качаться, но я еле-еле 30-е апнули на этом X5. А вообще есть X1 БК или нет? Не, нету. Давайте речь. Кто у вас там Рога, Вар, кто третий? Ну, с Рога, Вар. Прист и Мак еще. И Мак, Прист и Мак. Гудел, Мак, спросите Прист. Лок надо? Да Гуделк же новый фиг. Давай. Так Гуделка там и там играет. Ладно, следующий, кто летит на ловушке, это будет 500 ГП, потом 1000 ГП, потом 2000, потом 4000 и дальше на экзол нажать. Еще раз умолите. Да. Еще раз умолите. Если вы стоите не в звезде, улетаете влево-вправо, это сходу 850 ГП. Прям во время боя? Да, естественно, я же ничего не делаю во время боя. Стил, ты тут?
Все, давайте фулбов, поставьте рыбу. Быстрее только, пожалуйста. А если сбить танк? Чек. Купи в это время 850 начисляет. Ну ничего страшного, я же не хил. Тогда ты должен будешь словить, и тебя тогда тоже какая-то. Да я ставлю. А если не успеешь? Успею. Это 200 сколько, да? За человека. Да накину я сейчас себе ГП. Все, запустил дича, давайте бафы речи. Дайте рыбу, там два человека возле колоды стоят, идут уже. Поставьте рыбу. Вот кора будет сейчас заходить. Он снижает рыбу быстрее. Каску дайте, пожалуйста, по охотникам. Я ему дал. Спасибо. А тут говорят, вот на этот столб можно залезть. Не надо, Коля. Тут ступеньки есть, смотрите. Вот мне плевать. По-моему, всем насрать на это. Одна большая ступенька. Боже, нам надо убить уже лича. Надо, чтобы мы в 11 освободились. Получается, мы были в инстеру на 3 часа. И пошли в РС-ку. Мы 8 начали. Я начал опять играть, да? В неделю не было, там ходили 7 РС-ок, 5 ЦЛК. Наверное. РДД ловушка. Что ты делаешь, бегу? Иди отсюда. СНЦТ выноси. Спел. РД, 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 РТД. Пойди. Миликов проведи немножко. РДД. Проведи милика. Ну, станьте вы трэш маленький, РДД ловушка. Типа ТПС накручивай. Да жесть. Ты где ж ты их, наверное, попросил стопать? Тебе это бить? Милики, ловушка, милики. Фух. Толку унести. РТД ловушка. Проводилище. Боже, море у нас нет. Пора жать срезку, наверное. Забери с меня мелко. Миленький. Фаза. Дай каплю, бивок. Диспель тебе пройду. Не там он тебе. Иди отсюда. Ух, слава богу. Давайте взрывайте ауе, магию, огненный столб. Все, отлично, бейте двух огненного. Я заберу нового, на пульте нового духа на шанса. Добейте сферы быстрее, сферы. Ну не бегите, не беги, ретрик. Ух, все, повесил звезду на себя, быстрее в звезду все, станьте ровно, рост давайте. Молодцы.
станы. Не мастаны, а точечные станы. Осквернение. Отошли от Валькир. Сделано осквернение. Отлично. Отлично. Ромбик добили. Все, бьем лича. Еще в центр поставь. Так, давайте в звезду все встаем. Все в звездочку встаньте ровненько, пожалуйста. Анти, стань круг. Я ромбик. Молодцы, блядь. Просто лучшие. Кто это? Просто вы в ней стоите, блядь, понимаете? Вот есть аддон у кого, который показывает, сколько вот этих тиков нанесло, блядь. Посмотрите, кто слоукор, блядь. Он вынес, блядь. Кто вынес, там стояли. Просто вы в нее зашли и стояли, блядь. Сука. Посмотри, где, где столб мертвый и где все остальные. Вон он столб, прям у трона, блядь. Ну, а где все остальные? Так лужа-то выросла, если что, ты видел, нет? Посмотри, аддон у кого-то есть, который тики считает. Посмотрите этот аддон. Сука, он у кого-то по-любому есть. Вы просто, сука, из нее не выходите, блядь. Нет такой тактики, типа один из 25 человек отбежал на 30 метров за одну секунду. Нету такого. 24 человека в другую сторону должны отбегать. Придется отпускать вторых валик. Я хуй знаю. Думайте как хотите, но вы в луже стояли, блядь. По полученному урону можно посмотреть даже. Понятно, что все должны убегать от поступок. Можно, короче,